Двигатели центрального и боковых блоков ракетоносителя вышли на режим главной ступени. Выпускник ЮРГУ Дмитрий Петелин отправился на борт Международной космической станции. Космонавт государственной корпорации «Роскосмос». Он стал участником экипажа 68-й длительной экспедиции на МКС. Дмитрий Петелин готовился к этому событию 10 лет. Интерес к авиации и космонавтике у него проявился еще в школе, в авиамодельном кружке. Впоследствии молодой человек получил образование инженера в Челябинске, закончив аэрокосмический факультет Южноуральского государственного университета по специализации самолета и вертолетостроения. Сейчас Дмитрий – аспирант Московского авиационного института. По прошествию стольких лет он до сих пор поддерживает связь с преподавателями ЮРГУ. Вот у нас юбилейный для ЮРГУ. Мы были созданы в 43-м году прошлого века как политехнический институт. Вот у нас юбилейный год, соответственно, 23-й. Ну и вот в преддверии этого юбилея, конечно, для нас большая радость в том, что вот наш выпускник оказался так высоко, достиг таких высот. Знаю, что Дмитрий долго двигался к этой цели, он очень упорный человек в достижении своих поставленных целей. По крайней мере, один раз его полет откладывался, переносился, ну, в связи с разными обстоятельствами. Ну и поэтому особенно приятно и радостно, что вот этот старт, который произошел вчера, был осуществлен. Для Дмитрия это дебютный полет. На борту МКС он проведет интересный эксперимент Фаген с целью определить влияние совокупного солнечного и галактического излучения на генетический аппарат бактериофагов. Одним из его результатов должен стать отбор вирусов с повышенной устойчивостью к облучению для возможного использования в условиях космической станции. Хотели бы всем коллективам и кафедры летательные аппараты, которые он заканчивал, и не побоюсь, наверное, если скажу, что вот все сотрудники ЮРГУ, преподаватели, студенты, мы горячо поддерживаем Дмитрия, желаем ему удачи, успешного выполнения всех задач научных, технических. Ну, ждем его здесь. Надеюсь, что он приедет и расскажет в красках, как это было, очень интересно. Вот, но надеемся на какое-то, может быть, организованное интервью, уже, так скажем, с борта МКС, если получится. Ну, вот сейчас будем стараться это организовать каким-то образом. Вот. Ну и еще раз хочу сказать, что пример Дмитрия Петелина является очень показательным для наших студентов, обучающихся, ну и абитуриентов. Мы это обязательно будем, так сказать, вот, в хорошем смысле этого слова, эксплуатировать. Дмитрий Петелин останется на МКС еще на полгода, а точнее на 188 дней с момента прибытия. Миссия завершится 23 марта 2023 года. За это время космонавт с коллегами выйдут в открытый космос 5 раз.